Привет, друзья! Ну вот очередная поездочка. Ночь, я выдвинулся на Алтай. Едем гонять таймея. Планировали съездить нынче еще в Тыву, но с Тывой, видимо, ничего не получается. Поэтому едем на Алтай. Осенью мы каждый год ездим на Среднюю Катунь в поисках тайменя. К этому времени вода в реке просветляется и падает, а рыба становится активной. Появляется шанс попасть на клев самой желанной для меня рыбы – тайменя. 2020 год не стал исключением. В середине октября я кинул клич в сообществе спонсоров, на который откликнулся Евгений, которого я и взял в поездку матросом. Обычно лодку мы спускаем за деревней Куюз, где есть пару подъездов к реке. Добраться до места несложно. Нужно проехать Чимал и двигаться по дороге вдоль Катуни, миновав Арактойский мост, затем речку Идиган до деревни Куюз. Дорога заканчивается у водопада Бельтир-Туюк. Не доезжая водопаду пару километров, есть спуск к реке. Но на моноприводе подъехать к воде будет сложно, а может даже нереально. Сегодня я решил спустить лодку чуть ниже, дабы не бросать машину без присмотра. Поэтому заблаговременно озадачился поиском подходящего места. Этим местом оказалась база отдыха Карбан. Там есть достаточно удобный подъезд, но лодку на прицепе здесь спустить вряд ли получится. По крайней мере в такую воду. Но для нас место оказалось идеальным. Друзья, привет! Очередное путешествие. Наступила осень. И пришло время выбираться на Катунь. Вода уже просветлела, появился бирюзовый цвет, которого мы ждали все лето. Соответственно, сегодня у нас 16 октября, по горам уже лежит снег, на улице достаточно холодно, сейчас вот мы ехали 9 градусов тепла, и мы с Евгением приехали на Среднюю Катунь. Кстати, этим видео начинается новая эпоха моих путешествий. Сегодня первый человек, который является спонсором моего канала, поехал со мной на рыбалку. Со второй попытки этот человек нашелся. Зовут его Евгений. Не стесняйся. Всем привет. Зовут Евгений, живет в Алтайском крае. В Бийске мы с ним встретились и уже совместно поехали на моей машине дальше. А все банально, просто. Я опубликовал объявление в группе спонсоров, на которое Евгений очень быстро откликнулся. И поскольку был первым, ну и был выбран в качестве матроса в эту осеннюю, беспрецедентную, так можно сказать, поездку. Поэтому, ребята, мы сейчас собираем лодку, накачиваемся, упаковываемся и уходим на две ночи вверх по течению реки Катунь. Погнали! Самое главное на водометной рыбалке — это правильная экипировка. Это я вам точно говорю. Летом в жару или осенью в холод я всегда одеваю вейдерсы. Соответственно, под вейдерсы нужно одевать, когда холодно, два слоя. Первый слой — это термобелье. Второй слой — это флис. Ну и сверху уже вейдерсы. Поскольку сегодня холодно, именно так я и сделаю. Вот они, обычные флисовые трико. Не позволят мне замерзнуть в столь суровых условиях осени. И, собственно, сами вейдерсы, которые тепла не дают, но защищают
от влаги, от ветра и отводят пот и лишнюю влагу от тела. То пока оденешься, уже жарко станет. С вейдерсами идут, естественно, забродные ботинки. Для горной каменистой рыбалки ботинки нужны с войлочной подошвой. Это принципиально. Она вообще не скользит по камням. Позволяет очень комфортно передвигаться по берегу и по воде. Все, я экипировался. Начинаем заниматься с лодкой. Видишь, какое дно толстое у выдры? Это вот как раз таки ее отличие от Салара. Ее так не ломает. Но оно реально сантиметров, ну видно, да? От песка, грубо говоря. Сантиметров 25. Сантиметров 25. А вот этот налет, ребята, не знаю, песчаный он или глинистый, или известняковый, он и дает на самом деле в летнее время катуни грязно-молочный цвет. И вот так он постепенно оседает на камнях, и мы можем наблюдать, какой уровень воды здесь бывает. Видно, что от уровня, который сейчас, это метра два. То, что вот намывает. Весной, естественно, воды значительно больше. Там выше я вам покажу, до какого уровня поднимается вода, где лежат наносы. Ну все, ребята, мы на воде. Сегодня потратили очень много времени. Ну, я им немного косичнул. Аккумулятор. Перепутал полярности на аккумуляторе. И он перестал крутить. Приходится заводить сейчас вот этой веревочкой, дергая за маховик по старинке. Ну ничего, пойдем так. А куда деваться? Теперь тебе надо умудриться нас оттолкнуть, чтобы нас вот так развернуло. И прям посильнее в сторону и прыгай, 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 прыгай. О, красавец. Грамотно. Смотрите, какая скала прям прямоугольная. Садись левее, ближе к борту и держись. На Средней Катуни я был много раз. Знаю все места от Куюса до Урсула, где держится Таймень. Именно туда мы и стремимся. Но километров 10-15 реки мне неизвестны. Единственное, я знаю точно, что тут нет порогов. Поэтому, поднимаясь, высматриваю перспективные для рыбалки места. Они есть, но дело в том, что по обоим берегам идет дорога. Соответственно, много рыбаков, а значит, мало рыбы. Такой логикой я руководствуюсь. Поэтому поднимаемся выше, любуясь красотами осенней реки. Друзья, а вот они и наносы, про которые я вам говорил. Вот это реально над уровнем, который сейчас метров 7-8, может быть, просто ужасающий уровень бывает воды здесь. Ну, скорее всего, судя по тому, что нанос старый, он был образован в 2014 году, когда на Алтае был ужасный паводок, которого не было с 60-х годов. Очень большой уровень воды бывает. В горах зима начинается раньше. На вершинах уже лежит снег, а там, куда мы идем, его будет значительно больше.
Я уже рассказывал, но повторюсь, летом, когда тают ледники, вода в Катуни большая и имеет грязно-молочный цвет. Такой цвет воды имеют все притоки, берущие начало с ледников Южно-Чуйского, Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Это практически все верхние притоки от истока, включая саму Катунь, берущую начало с ледника Геблера, что стекает с высшей точки Сибири, горы Белуха. Так вот, Чуя, Аргут, Акем, Кучерла, Кураган, Мульта, Большой Сугаш и Верхний Кураган все лето имеют грязно-белый цвет воды. Исключением является лишь река Озерная, которая вытекает из озера Тальмень, где вода успевает отстояться и просветлеть. А вот все левые притоки прозрачные, если, конечно, нет дождей. Но их мало и они небольшие. Из крупных можно выделить Коксу, Бирюксу, Тихую, Зеленку и Быструху. Еще Урсу, но он значительно ниже. Погода сегодня не очень. Пасмурно, ветер дует, холодно. Мы подошли уже к другому месту. Пробуем здесь. Это место мне нравится. Понять, что с глубиной здесь. И какое дно? Вот дно. Ветер, падла, ветер. Неудачное какое-то место. Яма, по сути, без выхода. Течение сразу начинается. Поедем дальше. Тишина? Это нормально. Надо место найти. Нормально. Это место не очень. Да, здесь внизу тоже я ходил стоптун. Все, идем выше. В этом месте никто не клюнул. Ну, место так себе на самом деле. А вот и солнышко вышло. Уже. Погода сегодня явно не рыбацкая. Ветер дует, мешая нормально закидывать уловистые приманки в перспективные закоски. И снимать мешает. Тем временем мы уже добрались до знакомых мест. Везде, где будем останавливаться, я ловил тайменей. Пусть не крупных, но все-таки тайменей. Вообще тайменя на Алтае мало, собственно, как и хариуса. Про ленка, или как его здесь называют, ускуч, и говорить не приходится. Его практически нет. Мелко, но пойдет. Это пипец. Женя поймал щуку. Вы можете представить, выше Чимала. Почти мы дошли до устья Сумульты. Он поймал щуку. Это нонсенс какой-то. Я сам не верю, как так. Щука. Но это хороший щупака. Покажи. Ну, помой ее, может. Хороший щупака. Это вся в песке. Мне кажется, она так неплохо выглядит. Необычно. Смотри, чтоб не убежала. И отцепилась на берегу, да? Она взяла прям вот. Вот она какая-то недвижимая. Ну, убежать хочет? Притворяется. А не вот там, да, жабры. Отпусти меня, Женя. Я выполню все твои желания. Обалдеть. Настоящая щука. Катуни 980 грамм. Ну, она маленькая, конечно. Необычная какая-то, вообще необычная. Пасть, смотри, какая здоровая, а сама маленькая. Ох, теперь она не отпускает его, прикинь. Так. Щука вышла за воблером и у самого берега взялась. Щука, ребят. О, засадил. Я же тебе объясняю, я просто хотел перезабросить уже. То есть я воблер прям уже с воды уже прям выкинул, и она прям за ним просто на берег сама выскочила. И зацепилась, получается, за последний тройник. За кончик прям. И я по инерции, получается, я как бы по ситуации вижу, что что-то напрыгивает на мой воблер, но я... Это лучше, чем ничего. Хотя щука это не наша цель, но тем не менее. Ребята, поклевка у меня сейчас была. Ну, сошел. Я его прям тащил. Интересно, кто это мог быть? Но это была точно не щука, потому что поклевки щучьей не было. Это был таймень. Килограмм на 5. Ну, хотя, конечно, я не знаю, кто это был. Но кто-то был 100%. Рыбалка на Катуни всегда трудовая.
и не идет ни в какое сравнение с Хакасией, Тывой и севером Красноярского края. Но, как вы знаете, мы ездим не за рыбой, а за впечатлениями, за чистейшим воздухом и уединением. Поэтому те поклевки, которые не часто, но происходят, радуют нас как детей. По мне, лучше уж без клевья на горной реке, чем клево лежать на диване, смотря пропаганду по телевидению. Здесь мы ловили с Димой в прошлом году. Но воды намного больше, чем тогда было. А? 100% за этот камень надо бросать. Прям пальчиком. Надо устанка сдаваться и бросать. Нет, с берега тут плохо. Мы тут сплавом рыбачили, вот так шли, докидали. Лодки. Видишь, мужики остановились здесь, наверное, ночлег у них тут будет. А местные здесь живут, да. В прошлый раз мы когда поднимались, вот в том месте тоже был стан у местных. Привет. Ну мы выше хотим идти. Вы здесь будете? А что, вот место хорошее? Ну, не знаю, мы уже время здесь. Здесь, да? А что, рыбалка есть тут? Не знаю, сами выехали. На байдаке, говорит, там вообще можно поймать. Так, а с той стороны он что, блесну кидает или... Нет, блесна у него, походу. Да. Хотя непонятно, если честно. По берегам много рыбаков, но большинство из них ловят хариуса. Не знаю, только ловят или нет, но снасти у них хариузовые. В основном это сплетня, так сказать, сибирский нахлыст. В двух словах расскажу, как она устроена. На конце лески привязан тяжелый поплавок от 20 до 40 грамм. В зависимости от длины удилища устанавливается 2-3 или больше небольших поплавков на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Делается это для того, чтобы вся снасть шла по поверхности воды. Между поплавками привязываются мушки на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга. Собственно, все. Закидываешь настрой в перспективное место и ждешь поклевки. Те, кто давно смотрят мои фильмы, знают, что я поверху хариуса не люблю ловить, поэтому на сплетню не рыбачу. Хотя это очень добычливый метод лова и на Алтае распространен очень широко. Когда я осваивал среднюю Катунь, пытался ловить хариуса на тирольку, но ощутимого результата это не приносило. Но в то же время на верхней Катуни и по притокам тиролька работает изумительно. Так вот, уже несколько лет на этом участке реки я охочусь только на тайменя. А хоризовые снасти даже не беру с собой. Я ловил, какая охеренная тоже. Вот тоже узкое место какое, смотри, блин. Интересный камень с крышей. Блин. В этом месте мы ловили, всегда ловили в основном. Вот здесь, наверное, местных бывает меньше всего. Здесь сверху порог и снизу порог. Сейчас посмотрим, есть следы на песке или нет. Следов тьма. Идем вверх с Богом. Сейчас будет порог. Катунь условно делят на три части. Верхняя, от истока до реки Кокса. Средняя, от Коксы до Сумульты. Нижняя, от Сумульты до слияния с Бией. Но я делю ее немного по-другому. Верхняя согласен до Коксы. А вот средняя не до Сумульты, а до Манжарка или даже до Аи. Все остальное нижняя. Пройдя практически всю реку, я считаю это наиболее правильным делением. При таком раскладе самым порожистым участком является именно средняя Катунь. На верхней Катуни только один сложный порог – щеки. Состоит он, правда, из 5 ступеней. Есть еще 4 именных порога – тюрьма, часы, копейная. Но все они достаточно простые. Внимание заслуживает только порог Вишняки, но я проходил его много раз, даже на 25-ке. Просто классно, тут такая ямища. Ой, ребята, будем пробовать здесь. Здесь огромная яма, реально длиннючая. И вот здесь бомбический выход с этой ямы. Я здесь даже ловил. Ловил тайменя не раз. Время уже много. Не знаю, нас поджимает.
Может, правда остаться здесь ночевать сегодня? Ну, не маленький, ребята, взял с первого заброса. Я опустил до дна, начал поднимать, и он взялся. Не зря предложил здесь заночевать. Здесь просто охеренное место. Оно мне известно. С первой проводки. Только она до дна коснулась, я только начал мотать, и она... Он... Это три с лишним. На все три крючка взялся. В песке как тебя вытащить, чтобы не заморать сильно. За хвост не берется. Это, блин, это хороший. Ну да. 3300 было только что. Не, я держу. Взялся нормально. Че, отпустим его? Вон он ушел, намутил. Сейчас он там намутит. Вон он, муть поднял. Хорошо с весами, да? Сомнений нету. Я вот так же только начал крутить, и он сразу взялся. Ну, вечером из ямы подойдет крупняк сюда вот на выход, 100%. И мы его здесь на мыша и поймаем. Мы здесь же поставили стан, палатки, разожгли костер, напилили дров уже. Сейчас будем чистить щуку, ее коптить, ужинать. И вечером или ночью, потемну уже, будем пытаться ловить тайменя на мыша, и на блесны, и на воблеры. В общем, посмотрим. Связь с домом, поиск сети. Здесь горы близко подходят, связь может быть плохая. Сейчас проверим. Долго вызов не идет. О, вызов пошел. Привет. Слышишь, нет? Че, как дела у вас, Оль? Ну, у нас тоже все хорошо. Ладно, все, давайте, целую, все, спокойной ночи, у нас все нормально, давайте. Давай, все, пока, пока. Все нормально дома. Слава Богу. Мы ждем Диму. Он с утра с нами не поехал. Должен был приехать либо вечером, либо завтра с утра. Но вечером он не приехал. Вот сейчас хочу позвонить ему, узнать, где он есть и приедет ли вообще. О, вызов пошел Диме. Что-то не отвечает. Не берет трубку. Интересно. Ладно, попозже наберу еще. Женя почистил щуку, которую поймал. Сейчас мы ее напополам разрежем. И чтобы хвост не упал. Склизкая такая щука. Угу. Противная склизкая щука. Зараза, должна такая вкусная быть, копченая. Проверим сейчас. Вот она, ребята, щука, которую Женя сегодня поймал. Тайменя мы отпустили, поэтому будем довольствоваться щукой. Мы уже посолили ее, порезали. Костер у нас уже готов. Сейчас ставим коптильню на костер и идем мышковать. Все, процесс пошел. О, костерок разгорелся. Я специально не стал ужинать для того, чтобы отведать щуку копченую первый раз в жизни. Честно, ни раз не коптил. И не ловил в Катуне щуку даже. О, ребята, процесс пошел. Смотрите, какой густой дым. Начинаем мышковать. Первый пошел. Конечно, сомнения меня берут, что мы что-нибудь поймаем. Но попытаться нужно. Холодно, я вам скажу. Ой, как мышь шумит. Круто. Будет поклевка или шлепок, включу камеру. Что снимать, темно, ничего не видно. Ну что, прокидал весь выход из ямы, тишина. Сейчас попробую поставить блесну. Ну что ж, прокидал и блесной выход из ямы.
Нету поклевок. Время 9. Попозже еще попробуем. Пока мы рыбачили, рыба коптилась. Сейчас посмотрим, что получилось. О, крутяк. Щучка загорелая. Ну все, начинаем употреблять. Подкидываем в костер и едим копченую щуку. Женя, не томи, пробуй. Сейчас попробую, сейчас. О, какой шмат. Хороший кусман. Кстати, по вкусу очень издали напоминает хрюска. В общем, могу сказать, что щука ничем не хуже, чем царь рыба или хорюзок. Это особенно, когда сам поймал. Тоже верно. О, мясо-то реально плотное. Костей много. Катунская щука. Почти такая же, как таймень. Доброе утро. Вот я и проснулся. Время 11 час. Легли около 12 вчера. Кидали всю ночь. Кидали все, что можно. Не было поклевки. Ну, выспался, что скажешь. Кстати, ночью было не холодно. Ну, правда, спал одетый. Пуховичок, кофта, тербуха. Ну, все, встаю. Какая красота! Вот такой крутой плесик. Вот в таком крутом месте пришлось нам ночевать. Женька нету. Вот он. Спишь, что ли? Привет. А? А что ты на улице тусуешься? Что? Давно встал? 4. В смысле? В прямом смысле. Почему? Да холодно стало. Замерз? Видишь, все дрова стали. Вижу. Ни хрена себе ты. Нет, у меня не холодно было. Сегодня я запланировал провести рубрику «Бешеные рецепты». Это значит, что мы опять будем готовить на природе. Готовит у нас в основном Дмитрий. Но поскольку Дмитрий так и не приехал, а ингредиенты заготовлены, я решил сам впервые в жизни пожарить блины. Еще и на костре. У меня для этого есть молоко, мука, яйца, сковорода. Так, наливаем литр молока. Разбиваем сюда 3 яйца. Яйца есть. Маленько попытаемся взбить. Да, взбивать будет сложно. Вот такой, такой замечательный венчик. О! Видишь, комками какими-то. Плохо размешалось, что ли? Почти получилось. Жарить блины на костре – нелегкая задача. Жар не регулируется, блины подгорают. Но для первого раза пойдет. Блины получились настолько вкусными, что теперь в каждом долгом путешествии мы их жарим.
еще и фаршируем пойманной рыбой. Вот, ребята, начало получаться. Не сильно, но тем не менее. Главное, ребята, в каждом деле приноровиться. Что в рыбалке, что в приготовлении или в жарке блинов. Приноровились. Стало получаться маленько. Все, друзья. Это последний блин. Да, нелегкая задача блины печь на костре. Все! Ха-ха! Закончили! Ура! Наш богатый завтрак или обед. Обед, наверное, все-таки. Блины, грибы, капусточка, сыр, колбаса – это классика. Ну, к нам гости, толпа народа. Понятно, почему они два раза ездили. Так вот, неохота стан бросать, конечно, без присмотра. Но мы все ценное заберем и пойдем кого делать. Первый раз, что ли? Обычно в тайге не пакостят. Ну что, удачно? Привет. А? Ловится, Харик? Ловится? Виталий. Хотел эту руку поднять, короче. Спасибо, приятно. Да легко. Павел. Виталий. Живем здесь в Чемале, короче. Ну, блин, Павел. Здесь постоянно бываешь, короче. Ну, вот как-то. О, ребят, подписчики подъехали. Да? Прикольно. Я сегодня думал, что у меня щука срезала блесну. Ну, я подержал, и чикса, она шла, вытащил плетенку. А потом, смотрю, таймень прыгает. Видать, он с блесной прыгнул. Ну, небольшой, три, может, сколько. Вот, наверное, может, щука у тебя и была. Да, это таймень прыгал. Это он и прыгал. Держит. Щука есть, она скатилась, я говорю, она с ангуда, ну, скорее всего, с озерного. Самые малые, ну, 3,5 килограмма, а 3,5 я думаю, где-то 5. Блин. Ну, только она здесь делает, и как она вообще здесь выживает? Просто у щуки поклевку ты особо ни с чем не спутаешь. Она клюет с ударом. А таймень-то клюет, он просто как гиря, как зацеп повис, и все, без удара, без нифига. Ну вот одного мы поймали вчера, тоже отпустили его, поснимали. И 3 штуки, считай, у меня сошло. Ну, не маленькие все. Ну, чувствую, что там что-то есть. Ну, тут здесь? Ну, один, мы подошли вчера, я одного поймал, мы сняли. Я чуть ниже к выходу подошел, один сошел, блин. Я за охотником, за этим, нет. Я в основном веду харюс. Ну, я вот нынче как поймал таймень на 20 там с лишним килограммом, так теперь я стал таймешатником. 20 килограмм. 20 килограмм где такого взял? Я твои фильмы смотрел по верховью. Нет, нету еще этого видео. Нету? Будет? Где? Там самая третья серия, я должна там у тебя выйти. Как, где по верховью? По... Значит, ты давно просто не смотрел, там уже 5 вышло. Уже 5 вышло? 5 вышло? Я только третью. Я последний смотрел это на этом, на озеро. Это, на Таймень. Тайменное. Где, на этих? Там на... с рыбалкой. Да, зимой там? Там с рыбалкой. Нет, ну, реально. Я там в Огневке был, короче. Мы не в Огневке были, мы были на этой, на там, деревне Мороловодка. Ну. Мороловодка, да, последняя же там деревня? Да, да, оттуда. Мы там скважину от бурили. Этого уже только начинаешь. Да. Мы там скважину бурили, да, как бы там работал. Пробовал вот эту ставить, короче, нет, водометную. А у него дно паёльное или надувное? Надувное.
Полностью надувной, да? Полностью. Ну, надо туннель, чтобы был, иначе плохо, по мелким речкам плохо. Надо, чтобы он, мотор был вровень или чуть выше. Не, ну, кстати, адвокат, порой с винтом берет вообще прямо. Да, конечно, если воды хватает, идешь, да идешь, что? Идешь, да идешь. Ну, у вас сколько человек? Человек 6 было, да, сегодня? Да. Ну, мы шестером засели, у нас груза была килограмм 300. Ну, мы, короче, не смогли. Смогли, но... Не, ну... Мы, короче, решили, короче, порыбачить и подняться в две ходки. Мы так и сделали. А вы откуда поднимались? Где у вас машина? С Куюса. С этих... Где база? Да нет, да вот с этого... Ну, где прижим начинается? Да-да-да. Где водопад? Где водопад, понятно. Да, с водопада. Ну, мы там машину оставили. Ну, да-да. Мы раньше тоже там спускались, а нынче там ниже база какая-то есть, там спустились. А машину где оставляли? Там, на базе. Обычно бросаю деньги. Этого Безлякова. Мне еще Паша такой говорит, давай еще здесь... Женщина там сейчас на базе, ну, какая-то команда. Вот типа, там говорит, давай машину оставим. Я ее что-то как-то машину очковал там оставить. Так, кому она нужна? Ну, сколько было ни случаев не было. Скотина может потереть. Тем более с нами пацаны алтайцы там вообще. Вот здесь, короче, мы были, когда видели, может, ролик старый, мне когда нас обстреляли. Где их здесь стреляли? Здесь это стреляли? Вот в этом месте. Вон они были, вон на той стороне. Видишь, береза одна крайняя стоит, там эти корни подмытые. Mm-hmm. Вот там ниже песочек, вот оттуда. Я видел, видишь? Да-да. Мы сверху спускались, впереди Андрюха шел, я сзади. Он к ним подошел. Они пьяные, короче, говорят, типа, перевези на ту сторону или... Алтайцы не с нами, 100%, короче. Ну, и за это их можно наказать. Ну, короче, он говорит, перевези на другую сторону, или там увези меня вверх, или что-то еще, вот так, ну, пьяный. Он, пацаны, ну, он такой, Андрюха, резкий чувак. Ну, развернулся, уехал, а мы подошли вот сюда, ну, и начали кидать. Он говорит, я пошел ниже, ну, порыбачим. Смотрю, он кидает этот на колено, тык, спадает ружье. Ну, там карабин или что-то не разбережен. К нему другой подошел, не дал стрельнуть. Мы с Рычей вдвоем. Ну, видно же все. Ё-моё, что делать? Я говорю, да я не знаю. Ну, сели и похерачили. Может, надо было подъехать к ним. Там, я не знаю, блин. Ну, было очково, конечно. 3 раза он хлопнул по нам. Я вот хотел. Так они были на машине здесь. Тарактойские? Если бы на той стороне были. Не-не. Тарактойские, да? Ангудайские. Ангудай, это оттуда, да, там говорит, дорога где-то есть по горам. Ангудай. Наши здесь, ну, они уже такие обрусевшие, как бы. У вас туристов много здесь, да, они привыкли. Как бы это чтят, короче, как бы им там, наоборот, на руку. Когда нас у мульту идти надо? Ну, вот, половить. Я тебе позвоню, на следующий год сходим тогда. Я давно туда хочу попасть. И если будет что-то там интересное намечаться, ты звони, и я, в принципе, по сути, в любое время могу подорваться. При желании. И выходные. Ну, на выходные, да. Самые места я только покажу. Все, поехали, порыбачим. Сейчас на ту сторону хочу перечалиться, перешвартоваться, посмотреть, что там. И пойдем вверх. Павел дал мне свой номер телефона, чтобы уже в следующем сезоне вместе сходить на Малую Сумульту за Хариусом. Но дозвониться до него я так и не смог. А мы отправляемся выше. Там есть несколько хороших тайменных мест. Пока поднимаемся, продолжу рассказ о порогах реки Катунь. Итак, на Средней Катуни сосредоточены самые известные препятствия. Начнем сверху. Один из самых сложных участков реки – Акемская труба, которая пройдена нами на водометных лодках неоднократно. Ссылку на видео одного из прохождений я оставил в описании к ролику. Ниже идут пороги Ильгуменский, Кадринская труба и 2 ступени Шабаша, потом Каинча, Тельдекпень-1, Тельдекпень-2, Еландинский, Чемальская труба, Чепош, Семинский и Манжерок. На Нижней Катуни препятствий нет. Наши новые знакомые разбрелись по берегу в поисках Хариуса. Не знаю, поймали они что или нет, больше мы их не видели. Здесь вершины гор уже полностью покрыты снегом. Да и на воде достаточно холодно, особенно когда идешь в тени от высоких гор. До следующей перспективной ямы всего несколько километров, но прежде необходимо пройти пару шевер. Пройдем, нам не привыкать. Зато в награду мы получим поклевку катунского тайменя. Так я думал, когда поднимался до ямы, где всегда ловил эту благородную и редкую рыбу. We'll be right back.
уже выход видел, какой здесь офигенный. Здесь, ребята, мы сейчас должны взять по-любому. Здесь огромная яма, и вот здесь как раз выход из нее. Будем пробовать. Солнышко греет, тепло сразу. По тени поднимаешься, холодно, руки мерзнут. Я вот даже перчатку на одну одел. А там вон снег лежит сплошным, сплошным покровом на горе. А это классика. Смотрите, баллоны. Три штуки вижу отсюда. Очень много катуни, баллонов от грузовых автомобилей. Взял эту, прикинь, вон он. Килограмма полтора. Ну, побольше. Есть, ребята! Даже фрикцион маленько скрипит. Взялся на эту новую рыбку, блин. Я думал, зацеп дернул, а есть. Вон он, красавец, его видно. Вот сколько стоило кинуть, чтобы он клюнул. А, да, он такой же в натуре. Глаз пострадал, блин. Нет, глаз нормально. Вот он крутится, а закручивает леску. Надо же провести взвешивание. Он зацепился-то не за пасть. А я тебе и говорил, на воблере, как он садится, в рот не берет. Смотри, крутится, а. Что делает? Вот он, ребята, смотрите. Один крючок снизу взялся, один за жабру. Хороший-то мешонок. Небольшой. Сейчас мы его взвешиваем. Так, ребята, проводим взвешивание. Че, сдох, что ли, блин? 3800 где-то, да? Ты весы держишь, да? 3,5 будем считать. Ничего, это не недолго мы тебя мучили. Ты что, заваливаешься? Все уже. Вау, красиво как ушел. Взялся он вот на эту маленькую, тяжелую рыбку. Типа балансира. Но горизонтального. Но он за ней шел, он не сразу взялся. Он взялся уже относительно близко к берегу. А у меня же сегодня возле стана один таймень еще брался утром. Ну как утром, в обед вернее. Перед тем, как мы завели мотор. Я думаю, прокидаю еще здесь, еще куда ехать. И он взялся. Но оторвал. Представляете, он оторвал плетенку. То ли она перешоркалась, то ли она там была повреждена, я не знаю. И потом минут через 10 этот таймень плавился. Он тоже был небольшой, где-то до 5 килограмм. Ну так, закидываю и опускаю приманку на дно. Приманка тонет необычно, она как бы подплывает ко мне. Вот дно. Подмотал, отпустил. Дно. Подмотал. Дно. Нету дна. Дно. Подмотал, она тонет, дно. Течение, потому что. Одного в этом месте взяли, идем выше, время пока еще есть. Сейчас я параллельно монтирую видео с поездки в Тыву на реку Кызылхем, которая, сливаясь с Балык-Тыкхемом, образует Малый Енисей. И вы знаете, я ловлю себя на мысли, что Кызылхем красивее, чем Катунь. Недаром его считают самой красивой рекой Саян. Ну а рыбалку на этих реках сравнивать вообще нет смысла. После Тувы на Алтае даже спиннинг в руки брать не хочется. После просмотра этих роликов напишите в комментариях, какая из двух рек вам понравилась больше. Маленькие они всегда выходят, даже килограмма нету. Свешиваем. А, ну может и есть. А, ну да, тут и есть килошник, тут больше даже. Смотри, взялся тут на все крючки. Красивый. С первого заброса взялся.
Да, это больше килограмма, это не маленький. Вот так и заводим теперь мотор. Короче, одного решили съесть. Кило 570. Для несведущих сообщаю. На Алтае на момент съемки тайменя ловить и забирать было можно, так как он не внесен в Красную книгу Республики Алтай. Поэтому с чистой совестью мы взяли одного некрупного таймешонка на еду, а всех остальных отпустили. Так что писать в комментариях ваше мнение по этому поводу не стоит. Без обид, это мое осознанное решение. Вот тут мы ловили. С плавом или мешком вдоль берега. А вот это, видишь, коса он там галечная. Там мы раньше ночевали несколько раз прямо. Стан у нас там был. А выше это яма, про которую я тебе рассказывал. По нашу сторону. Ниже за скалой. У нас с Диманом заначка. В прошлом году мы там оставляли. Интересно так. Камни красный, зеленый, гранит, белый. Ну что такое? Перепуталась блесна? Как так? Листик поймался. Маленький таймешок. Щука! Щука! Щуку берем! Я думал, тюмень это щука. Ты глянь, а? Такая же килограммовая щука в Катуне. Так высоко. Ну, щуку отпускать я не буду. Возле берега прям. В самую бухту. У меня так же. Блин, почти отцепил. Мы что, отпускать будем? Нет. Рвина излома. Так я так и делаю, палка ломается. Один крючок отцепился. О, второй сейчас вытащу. Ну, вот я тебе скажу по ощущениям, щука намного хлипче, чем таймень. Вот так, ну, вот, в руках просто, когда держишь. Ух ты, все в зубах. От меня не уйдешь. Щучка. Просто охренеть. Так кариуза нету, она еще кариуза жрет. Кило 250. Щука длиннее, прикинь, по размеру. Это место, где мы с Димой в 2019 году ночевали на осенней Катуне. Видео до сих пор у меня еще не вышло, но вот заехал посмотреть, что здесь изменилось с тех пор. Вот здесь у нас было костровище, тут вот наверху у нас стояли палатки. Самое интересное то, что мы здесь оставляли закладку, так сказать. Я хотел в своем видео дать координаты и комментарии к этому месту. А люди, которые здесь бывают, могли бы ее найти. Но поскольку видео до сих пор не вышло, я думаю, что она на месте. Бутылка Хеннесси. Сейчас я ее нашел сам, но я оставлю ее здесь же. Пролежала весь год. И при выпуске видео, либо первого, либо второго, я, конечно, дам координаты, где это. Ну все. Я оставляю ее здесь же. Так что, ребята, ищите настоящий Хеннесси. Дойти можно только, если знаешь, под большой сосной. Все, заначка на месте. Она вас ждет, если ее на момент выхода видео никто не достал. Все, ребят, мы начинаем спуск. Выше не идем. До места, где я планировал ночевать, мы не пошли сегодня. Ну, уже вечер, смысла нету. Будем спускаться, порыбачим там, возле нашего стана. Все, с Богом вниз, через пороги.
Василецкому весь день. Ну, не ладно, 75 километров. Это с ума сойдешь, там весь мокрый. Все, мы дошли до стана, стали на противоположном. Сейчас здесь обкидаем и поедем вечеровать. Все, на сегодня водное путешествие закончено. Мы, конечно, еще порыбачим здесь вечером, но на лодке никуда уже не пойдем. Ну что ж, ребята, устраиваем челлендж. Кто победит, щука или таймень? Соревноваться они будут по вкусовым характеристикам и качествам. Вот сейчас мы в одну коптилку положили щуку на кило 200 и тайменя на кило 500. Порезанный пополам. Сейчас они скоптятся, и мы будем пробовать. И нам станет ясно, какая рыба все-таки вкуснее. Равнинная щука или горная таймень. Ну что, вскрываем шкатулочку. Вау! По чешуе-то отличается таймень и щука. У щуки, смотри, чешуя крупная. Ну, да. Вот она, а он тот дальний таймень. Хотя по виду щука кажется даже больше здесь, да, шире. В общем, сверху два хвоста специально, снизу полтушки и головы. Вот они, ребята, две желанные рыбки. Особенно та, которая слева. Полтораха. Щука кило 200. В любом ресторане. Щечки тайменя. Если честно, я даже не знал, что там такие есть. Щечки? Я только знал про щечки судака. Щеки-то. Интересно, а у щуки, походу, нет таких. Сейчас посмотрим. Попробуем. Ни раз не ел щеки тайменя. Это вам не щеки судака, которые везде продаются. Это щеки таймея. Подсохла эта сторона маленькая. Ну, что прикольно. Может, глаза попробуем? Щуки, глаз таймея. Я на это не согласен. По щекам пока 1-0 в пользу таймея. Ребята, нам сегодня нужно съесть 3 килограмма рыбы. Почти 3, ладно. Как вы себе это представляете? Я слабо. Мясо вот отличается. Таймень намного сочнее. То есть он прям вот, чуть трогаешь, он прям мягенький, да? А щука, она вот грубая. Кусочек щуки. Вкусно? Давай только по-честному. Конечно, по-честному как. Не, бесспорно. Что, реально вкуснее? Таймень вкуснее. Нежнее, во-первых, сочнее. И вот нежный такой вкус, приятный. Щука вот как-то, знаешь, погрубее. Реально прям? Ну так, ребят, я пробую тоже щуку, возьму реберную часть. Ну, вкусно, так же, как вчера. Возьму тайменя. О! Щука тоже вкусная, но таймень мне понравился больше. И не потому, что таймень, а потому, что он повкуснее. Доброе утро, друзья! Вторая ночь прошла благополучно. Сегодня было теплее, чем вчера. И мы опять не мерзли. Я не мерз. Сегодня пасмурно и ветрено. Не знаю, как с вами поделиться этой красотой. Видео просто не передает те краски, которые здесь сейчас есть. Цвет воды. Мы опять вчера полночи прокидали блесна, воблеры, мыши. Ни одной поклевки, ни одного выхода не было. Мне, если честно, непонятно. Днем, ну, одна поклевка в яме есть. Днем иногда поклевывает. Вечером вообще нет. Ночью нет. С чем это связано, непонятно.
третьего раза. Все, друзья, мы начинаем спуск по реке Катунь до места стоянки нашего автомобиля. Местами будем останавливаться, рыбачить. Хотим еще поймать тайменя. Мало нам. Все, погнали. Попробуем здесь, ниже слива, за нашей ямой сразу. Место хорошее. Смотри, листва плавает. Весь леночек может взять. Да ладно. Что, зацепился? Сразу. Я даже не крупнул. Ну, здесь на дно опускать нельзя, тут камни. Покидали очередное место, кстати, перспективное, но безрезультатно. Ребята! Поймался мини-таймешонок. Запутал кого-то все. Вообще ребенок. Все запутал. Крутился тут, как юла. Сейчас мы тебя распутаем и отпустим, дружок. Маленькая зубаста уже. Иди. Куда на берег-то побежал? Ребята, еще один. Такой же. Один в один, такой же. Можно подумать, что это даже тот же. Реально. Но нет, это другой. Такой же маленький, также за нижнюю челюсть. Иди, как таковой поклевки нету, он просто виснет и все. Все, друзья, мы прибыли к месту старта. Все, собираем сейчас быстро шмотки и погнали. Стартуем в сторону Бийска, а потом Барнаула. Евгения я высажу в Бийске, он живет в Белокурихе. Мы с ним, у него там машина осталась. Сейчас нужно будет рассчитаться за базу.
Время без 10:06. Где-то около 4 мы были здесь. 2 часа почти собирались. И пока лодку мыли там долго. Вот так достаточно результативно и интересно мы провели 3 замечательных дня на Катуни. А заодно и закрыли водометный сезон 2020 года. Друзья, тем, кому интересны мои фильмы, настоятельно рекомендую подписаться на меня в Яндекс.Дзен. Канал называется «Рыбалка в горах. Беша 1982». Ссылка в описании. Обязательно посмотрите выпуск с Кызылхема и поделитесь мнением в комментариях, какая же все-таки река, на ваш взгляд, красивее, Катунь или Кызылхем. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!